все, что проходит через сеть и управляется тайным обществом иллюминатов, имеет свои уникальные черты, скрытые от обывательского взора. Но если вы знаете эти черты, вы будете их находить повсюду в своей повседневной жизни. Все, что вы видите – архитектура, геометрия построения городов, деньги, символика всех мировых корпораций. Даже на ваших машинах большинство эмблем имеют символы, ведущие к иллюминатам. Они есть даже в отдаленной российской глубинке, есть и у вас в паспортах. Это видео прольет свет лишь на бесконечно малую часть – валюту США. Все, кто хоть как-то знаком с теориями заговора, знают некоторые обозначения, использующиеся на купюрах, но сегодня мы копнем глубже, чем обычно. Но начнем с банального. Общество иллюминатов было многие века в разных вариациях. Несколько раз они имели официальный статус, но после всегда уходили в тень. Последний раз официально они объявили о себе 1 мая 1776 года. Тайное общество было создано Адамом Вайсхауптом. Всего через пару месяцев было объявлено о независимости США, а в 1782 был принят проект Большой печати США, обе стороны которой в 1935 году попали на оборотную сторону однодолларовой купюры. Это важный момент, так как большинство путает эти даты при попытке выяснить, откуда же прежде всего появилось число 13. Действительно, во время создания Большой печати США в 1782 году существовало именно 13 колоний будущих штатов. Поэтому доводы о том, что при выпуске купюры в 1935 году их было намного больше, ошибочны. Хотя тут есть над чем подумать, ведь было очевидно, что это количество лишь временное однодневное число. И в период с 1791 по 1959 годы это количество увеличилось до 50. Как известно, в масонстве любят символы, имеющие сразу несколько значений. Сам факт того, что печать содержит обратную, тайную, скрытую сторону, говорит о многом. А также масонская поговорка «Язык в наших ложах иносказательный». 13 в масонстве особое число, означающее число степеней посвящения, что как раз отображено на масонской усеченной пирамиде, состоящей из 13 кирпичных рядов. Из некоторых источников известно, что колоний должно было быть 12, но чтобы попасть в число, их увеличили до 13. Итак, официально Соединенные Штаты образовались лишь спустя 2 месяца после создания в Германии общества баварских иллюминатов. При этом на их главной печати размещены те же самые символы иллюминати в виде недостроенной пирамиды с треугольником и глазом. Сейчас око в треугольнике можно найти повсюду в архитектуре. В 18-19 веках эти масонские символы перекочевали в христианские церкви. Далее несколько заблуждений связано с переводом с латыни двух фраз на печати вокруг пирамиды. «Novus Ordo Seclorum» дословно переводится как «Новый порядок на века». По конспирологической версии «Новый мировой порядок» – не совсем правильный перевод. Хотя, возможно, это трактовки одного и того же понятия. «Ianut Caeptis» – дословно «Одобрение начинаний». Далее мы видим на аверсе печати еврейскую звезду Давида, состоящую из 13 звезд. Перенесем ее в левую реверсную часть или другим способом. Если условно принять каждое слово в реверсной стороне печати за воображаемую точку, а затем соединить их линиями, получается данная оккультная пентаграмма, углы которой укажут нам на определенные буквы в надписях. M-A-C-O-N – масон. А в центре пентаграммы как раз зашифрованное число 666. Взгляните на пирамиду, она состоит из 72 камней в 13 рядах. Количество камней сверху вниз на уширение увеличивается, но 6, 7 и 8 ряды, вопреки всякой геометрии и рациональной логике, имеют по 6 кирпичей. И это не единственное число 666 на купюре. Ширина купюры по той же случайности имеет 66,6 мм. Стоит отметить, что для точности измерения нужно использовать новую купюру, так как старые пользованные купюры сужаются со временем до 2,5 мм. Но и это еще не последняя 666. Внизу пирамиды римскими цифрами написан год основания США, а также баварских иллюминатов по совместительству. Разложим дату следующим способом и посмотрим подробнее. Каждый символ обозначает число от 1000 до 1000. Теперь разложим 9 букв на 3 пирамиды и пронумеруем их так, как мы обычно читаем, сверху вниз и слева направо. Теперь сложим нижний ряд, и у нас получится 666.
Количество кирпичей 72, тоже не просто так. Если окружность разделить на 5, построив эту же пентаграмму, в каждой части будет по 72 градуса. Также 72 – это Хемхам Фараш, древнееврейская фраза, обозначающая 72-кратное имя Бога. Также нельзя не отметить, что числовая аллегория звезды Давида также 13. У орла 32 пера в правом крыле, число одинарных степеней или градусов в шотландском масонстве. На левом крыле 33 пера, соответствуя 33-й степени того же обряда, присуждаемого за выдающиеся масонские заслуги. Общее количество перьев 65. Число по геометрии обозначает гам-ячат, фразу, часто используемую в масонстве. Теперь о совах. Многие знают об одной спрятавшейся сове, но есть и другие. Сова – важнейший масонский символ, гигантская статуя совы стоит в Богемской роще. Это место, где ежегодно в строгой секретности собирается вся мировая элита для совершения масонских ритуалов, таких как сожжение макета ребенка, что символизирует пренебрежение чужими судьбами во благо личных интересов. Однажды удалось снять видео ритуалов на скрытую камеру. Также вы можете найти фотографии и видео в сети. Клуб Богемской рощи посещается всеми президентами США, начиная с самого первого. Помимо совы в углу, в орнаменте оформления также четко высматривается изображение именно статуи богемской совы. Сравните сами. Отчетливо также просматривается и зловещая физиономия перед книгой. Далее мы возьмем купюры номиналом 5, 10, 20 и 50 долларов. Сложив их нехитрым способом, на всех из них мы увидим изображения, очень напоминающие горящие здания 11 сентября, а также горящее здание Пентагона. И теперь не менее интересное. Взгляните на все нули и букву О на купюрах. Все они сделаны необычным образом. Обычные буквы и цифры являются вертикально раздутыми, но тут они намеренно вытянуты вширь. Овальное отверстие внутри, наоборот, вытянуто вертикально, в результате чего с купюры на нас смотрят рептильные глаза. Особенно на 100 долларах это выглядит внушительно. Также обратите внимание на текстуру этих нулей. Она также выполнена в виде рептильного покрытия. Ни на каких других буквах этого нет. И поверить в такие совпадения вряд ли возможно. Глаза рептилий можно встретить, например, на производителе чипов Very Cheap. Также найти змею на оборотной стороне 1-долларовой купюры. Мы не во всех тонкостях рассмотрели сегодня все секреты доллара, но наиболее полно охватили их аспекты. На этом все. Спасибо.